Я дама импульсивная, да, такая. А у меня спокойно. И поэтому где-то когда-то что-то вот. Но поддерживаю. Это лишь один из секретов долгой и крепкой семейной жизни Сергея и Надежды Милохиных, Ивана и Нины Малошняк, Сергея и Ольги Сивковых, которым они поделились во время чаепития. У каждой из этих пар за плечами около 40 лет совместной жизни. Уже не дети, а внуки радуют своими успехами. Тем не менее, они активны, жизнерадостны и очень деятельны. Не случайно именно на них пал выбор Оргкомитета по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации, который учредил награды и присуждает семейным парам медали за любовь и верность. Вы пример для нас, как нужно жить, любить, поддерживать друг друга, растить детей. И я искренне вас благодарю за это и желаю вам крепкого здоровья, всего-всего самого наилучшего. Официальная формулировка звучит так: за крепость семейных отношений, основанных на взаимопонимании и верности, благополучие семьи, обеспеченном совместным трудом, воспитание детей достойными членами общества и в связи с празднованием Дня любви, семьи и верности. Этот праздник отмечается 7 июля, но, как бывает, из федерального центра награды приходят не быстро. Это и к лучшему, отметила начальник управления социального развития Зинаида Караваева. Все награжденные дамы – работницы социальной сферы, для них лето – пора отпуска. А сейчас начался новый учебный год, и для вручения удалось собрать всех вместе. Работая с детками, вы все работаете с детьми, значит, а мужчины вам помогут. Все равно вот эти традиции семьи надо как-то вот передавать и транслировать. Поэтому мы вас вместе с этой наградой, скажем так, обязываем к этому делу.